I came from the mud. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing gone to sleepless night. Try to catch me howling at the moon. В минувшие выходные в одном из лучших бильярдных клубов столицы, Сан-клубе, прошел турнир по бильярду. Турнир проводился среди любителей, а боролись участники соревнований за кубок Сан-клуба. Кстати, огромное достоинство бильярда в том, что играть можно начать в любом возрасте. А отличные результаты в этой игре может показать и молодой человек, и зрелый мужчина. Также стоит отметить, что клубные турниры приводят к повышению интереса посетителей к игре, увеличению числа тренировочных матчей и конкуренции в клубном рейтинге. Ведь азарт и адреналин еще никто не отменял. Возвращаясь к турниру, скажем, что в нынешних состязаниях приняли участие около 30 любителей этой увлекательной игры. Как обычно, перед началом турнира прошла жеребьевка участников и были определены пары. Турнир проходил по правилам московской, или как ее еще называют, комбинированной пирамиды. Каждой паре, определенной после жеребьевки, для выявления победителя давалось по 3 игры, после чего выигравшие продолжали свое участие в турнире, а проигравшие выбывали. То есть турнир проходил по олимпийской системе. В результате проведенных соревнований победителем турнира стал Владимир Нам, обыгравший в финальной игре Геннадия Кима. А бронзовых медалей удостоились Акылбек Нишанов и Вадим Ким. Все они получили награды и денежные призы от Сан-клуба.